Всем здравствуйте, меня зовут Александр Подалко. Сегодня у нас на установке Toyota RAV4 в 30-м кузове, старенький. Значит, сюда мы поставили RedPower 71018 Slim. Вот так вот это выглядит в рамочке под 9 дюймов. Значит, здесь в комплектации кроме AUX ничего нету, поэтому все USB-шки у нас вместе со слотом вот здесь болтаются. Значит, микрофончик для громкой связи у нас в оригинальном месте. Кнопочки на руле, громкость, треки, все по умолчанию запрограммировано. Вот эту кнопочку мод мы обычно делаем короткое нажатие перебор источников. Вот радио, навигация, допустим. Удержание этой клавиши включает мьют, выключение звука. То есть, ну, это как на более современных Toyota'х, эти кнопки также работают. То есть взять, положить трубку, вот это все работает. Подсветка работает. Сейчас проверим GPS-тест. То есть антенку видит, GPS-тест прошел. Все работает. Здесь еще установлен видеорегистратор двухканальный. Вот здесь стоит передний. Там вот стоит задний. Фотографии будут в описании, как регистратор показывает, чтобы понятно было. В общем, если вы хотите такую установку в Санкт-Петербурге, звоните, мои контакты на сайте redpower.ru в разделе «Установка». До свидания.